Вышла станция Комсомольская. Поезд поедет в сторону бульвара Рокоссовского. Сторону, например, Казанский вокзал, туда Ленинградский, Ярославский. Вокзале, потому что там нету пока что других станций метро. По Ярославскому направлению. Только станция Московского центрального кольца есть. Такой поток людей. Пойдем на выход к Ленинградскому и Ярославскому вокзалу. Здесь общий зал для кольцевой и сокольнической линии. Вот сюда, например, на кольцевую линию. Здесь выход к Ярославскому вокзалу. Прямо Ленинградский, сюда Ярославский вокзал. Большинство людей идут именно сюда. Посмотрим еще раз на вход.